смотри, что сделала со мной. Чуть по кусочкам не разнесла всего. И ладно бы, что толковое хотела, салат там или замариновать вкусно, а то маску огуречную. Ей не маска нужна, а шлем с оправом, чтобы людей не пугать. Еле ноги унес. Так что желаю вам сохранить целостность жизни. А я вам желаю научиться верхнюю стружку легко снимать. А то что же это получается? Человек к тебе тянется, хочет до самой сути вкусной добраться, а она не обнажается. Что-то там застопорилось. А немногие будут стучать в запертые двери, образно выражаясь. Легче уж другой взять. Привет. Ты, главное, не парься из-за возраста. Это я тебе говорю. Вот посмотри на меня. Весь в целлюлите, а все равно на расхват. Кто знает, что у меня внутри, ни за что не променяет на молодых да зеленых. Так что желаю не думать о морщинах. Ага, не думать о морщинах. Да кому мы такие нужны? Вон абрикос бархатный, благоуханный. А я? Да кто ж тебе сказал, что ты не бархатный, не благоуханный? Да ты же вкусный и полезный. Ты главное не прячься, дай тебя увидеть. Отбой от почитателей не будет. Правильно, Диана Сергеевна? Апчхи! Будьте здоровы. Неважнецки выглядите. Вот посмотрите на меня. Круглый, упитанный, добрый. Вам бы, Диана Сергеевна, щечки покраснее, да тело помесистее. Ну, вылитый помидор будете. Так что будьте здоровы. Эть! Куда это ты пошла? Забыла, что в единстве наша сила? Вот кому ты один нужен? А когда на 70-ков? Или десяток 70-ков? Это ж целая армия. Семья. Так что всегда и везде, только все вместе. С днем рождения.